Каждый хирург немного ювелир. В Ивановском онкологическом диспансере состоялся мастер-класс по лечению пациентов с метастатическим поражением печени на фоне колоректального рака. Поделиться опытом с коллегами из Иваново и соседних областей приехал ведущий научный сотрудник Российского научного центра хирургии имени академика Петровского Николай Багмет. После лекции у него запланировано сразу две операции. У сегодняшних пациентов шансы хорошие. Там относительно небольшое поражение печени, поэтому как раз выполнение операции вот при таких формах заболевания, когда нет массивного поражения печени, дает пациентам с четвертой стадии заболевания хорошие шансы на длительную успешную жизнь. Итак, в чем же сложность и почему потребовалось приглашать столичного светилу? Колоректальный рак и рак кишки часто метастазируют в печень. У этого пациента одна метастаза размером около 2-3 сантиметров. По сути, это та же самая опухоль. Будь она в легкодоступном с хирургической точки зрения месте, ивановские онкологи справились бы собственными силами. Но в данном случае работа ювелирная и нужна помощь более опытного специалиста. А такие пациенты, которых сегодня мы будем, допустим, оперировать, мы таких пациентов раньше направляли либо в Москву, в какие-то федеральные клиники, либо в Санкт-Петербург. Аккуратно добраться до метастаза – это только полдела. Важно, чтобы орган после вмешательства продолжал выполнять свою функцию. Эти метастазы, они располагаются, скажем так, в труднодоступных с хирургической точки зрения участках печени. И вот именно вот такую, что называется, свою виртуозность и мастерство нам продемонстрируют наши коллеги. Я думаю, что мы после этого сможем доставать все участки печени и выполнять всеобъемлющие операции на печени. Реабилитационный период после резекции печени около недели. Продолжительность жизни благодаря этой операции увеличивается в среднем на 5-7 лет. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.